Ну что, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте, всех приветствую. Бом. Всем доброго времени суток, скажем так. Мы продолжаем проходить Dead Space. Прошлые серии вообще были какие-то короткие, как по мне, да, типа, ну, довольно-таки короткие, типа. Слегка смешные, чуть-чуть интересные, да, я думаю. Вот. Надеюсь, что он, конечно, буду делать чуть-чуть побольше серии. 40 на 50 минут, типа, я думаю, это будет правильно. Вот, мы в прошлой серии прошли куда-то, прошли вот этих вот быстрых монстров, и я чуть-чуть неправильно сделал, вот, что, ну, сейчас я покажу, что я неправильно сделал, вот. Прошли этих быстрых монстров, в принципе, и все, идем в какой-то отсек опять, не знаю зачем, ну, знаю. Или нет. Ну, короче, идем в какой-то отсек для чего-то. Сегодня как раз таки-то и узнаем. Приятного вам просмотру. Саш, поудобнее. Пледик, да, вот это вот. Покушать, попить, чего кто любит, да. Приятного аппетита, кто кушает сейчас. Кушает, да. Приятного аппетита, кто сейчас пьет что-то. Приятного просмотра, мы начинаем. О, привет! Так, куда нам? Нам туда идти. В любом случае, здесь мы с вами. Ха-ха. Давай-ка я вот так сделаю сразу. Нахуй надо мне это. Вы скажете, для чего? Чтобы он те монстры их ничего с ними не сделали. Тех быстро, чтобы они не делали. Мне это тоже не надо, знаете ли. Так, мы в прошлый раз туда-сюда пошли же, да? А, ну это здесь мы, да, были. Опа, подожди-ка. Да. Сразу вот так сделаю, блять, пизду, блять. На всякий случай, там больше ничего такого нет. Чтоб тех быстрых не делал никто, блять. А то я вот это знаю, знаете, блять. Так, let's go. Давайте. Давай, тварь, блять, тупая, блять. О, блять, где? Подожди. Блять! Я неправильно сделал! Я забыл про них! Бля, а как. Там их двое? А как они сделали двоих? Понял. Сука, тварь! Давай! Давай. По очереди, ебать. Угу. Бля, я забыл, а там как он появился? Что? Как он его сделал вообще этого? Я ж там отстрелил, ну все. Ладно, я понял. Понял вас, ребяточки. Понял. Значит, такс. Вот этого чела мы сразу же так же прохерачиваем. Здесь сделаем. Тут делаем. Тут. Все. Теперь из этого сделать, ну, нереально ничего, блядь. Блядь, не дай бог игра заспавнит мне там что-то, блядь. Как всегда. Давай-ка, начнем, как с тобой сделаем. Давай-ка мы с тобой откроем вот это. Да, давай откроем. Мы туда их сейчас запустим. Еще один такой же лежит. Не, чё, мне не нужно вот это вот все дело. Тело мы сразу же куда? Правильно. Вот туда. В топку, блять, в топку. Где его голова? Нахуй оно мне надо, блять. Стима. Это будет, я думаю, по-умному, да? Да. Все, мне это нахуй не надо, ребят. Вам это тоже. То есть ничего, да, не будет? Ну ладно. А, вон глава. Так, у нас с вами осталось очень мало всего.
Понятно. Бля, я говорю, жалко, здесь нет магаза никакого. Это очень жалко. Так, голову нахуй сразу. Вот так делаем. На всякий, ребят, на всякий. Сука, я тебе, бля, я тебе говорю. Мы не будем совершать эту ошибку, опять же. Я могу так открыть? А, нет. Давай, 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 сюда, 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 братишка. А давай я так сделаю сразу. Чем Патрик нам тратить с тобой, да? Нахуй. Если они это делают так, то хером, блядь. Так сделать, блядь. Причем как-то видели, они сделали того челика. Хуем, блядь, как говорится. Сразу. Где, где, где? Да, мне это не надо. Все. Уничтожаем все это дело. Нам такое, ребятки, не надо с вами. И не дай бог здесь спавнится какой-нибудь чел, такой же вот этот труп. Если спавнится труп вот этот, я, блядь, ебал рот того игру. Тогда придется возвращать обратно и продавать все, что у нас есть с вами, потому что, ну, это не дело. Ну, почти все, ладно. Извини, чел, но как-то так. Мне ничего такого вот это вот не надо. Чтобы что-то было, ну его нахуй. Где, где, где? Дай сюда ее. Все, тоже можно так вот побить еще. А это не уничтожается никак? Ну понятно, блядь. А что, блядь? Можешь, ты уберешь это вообще нахуй отсюда. Вот и все. Эти тоже раскидаем. Чего нахуй? Я сказал, иди отсюда. Все. Бля, так попробуй. Ну вот и все, блядь. Не надо мне здесь. Бля, подожди, а в таких ящиках что-нибудь есть вообще? Нет. Прикинь, нет. В сумках этих тоже навряд ли что-то есть. Подожди. Странно. Ладно, let's go. Сохранимся давай с тобой сразу, да? Смотри, здесь никого. Вообще никого. Сразу так скажу, здесь никого. Так, что, перезарядимся? Последние два патрона у нас, да? И, в принципе, все. В принципе, все. Здесь, блядь, никого, в принципе, нахуй нет. Погнали. Только попробуй, блядь. Только попробуй. Ну давай, блядь. Давай, сюда иди, блядь. Бля, только не, пожалуйста, не говори, что он создал. Нет. Давай, давай, прыгай, прыгай, прыгай. Я ж перезаряжусь же сейчас. Так, а куда тебе стрелять-то? Ну давай, иди сюда, ёбаный. Алё, блядь, ты нахуй. Хуёвин, иди сюда, блядь. Ну ты сейчас серьезно, блядь? Ну иди сюда. Ебашь её, нахуй, блядь. Тварь такая, блядь. Я все надеюсь, это, блядь. Да, это все. Ты не надо мне здесь. А? Видал? Ну ты видал, что я сделал? Вот, блядь. А. Ты видал? Не, ну ты это видел? Не, ну ты это видел? Я про то же говорю. Так что, да. Получается, все правильно мы сделали с тобой. Убрали эти тела, и они нихуя никого не сделали. Это уже хорошо. Так, let's go. Нам теперь наверх. Блять. Мистер Кларк, нам надо поговорить. Ты что, дурак, что ли? Дурачок, Меня что ли? Так зовут пугать. Тайлс Кейн. Доктор Кейн. Слушайте внимательно. Времени мало.
Ну и чё? Если вы почините челнок, то есть задача поважнее, чем сбежать. Понимаете, силы, которые мы разбудили, куда более могущественны, чем можно представить. Если вы сейчас улетите, вы обречете на смерть все человечество. Планета никогда не остановится, не отступит, пока обелиск не будет возвращен. Вы не понимаете? Церковь ошиблась. Это ловушка, я все видел. Пожалуйста, вы должны мне помочь. Обязательно. Охуенно. Так, блять, вот это мне здесь не надо, нахуй. Сразу, блять. А, он здесь по частям, что ли? Сразу, нахуй. Пизду его. Не надо, не надо, дядя Петя. Так. Я вот уже на опыте, знаете, блять. Я уже знаю, что это такое, так что мне это нахуй не нужно такое, нахуй, блядь. Все, блядь, до свидания, ебать. До свидания, ебать. Пойди отсюда. Все, блядь. Да дай ты, что ты мне какие-то патроны левые даешь? Дай мне нормальный патрон для моего песта, пожалуйста. У меня только пес с собой. Охуенная игра, спасибо. Ну, спасибо за денежки хотя бы, спасибо за денежки. Думаю, они нам пригодятся с тобой. Причем, ой, как сильно пригодятся. Ай, блин. Сейчас будут монстры, скорее всего, да? А, до свидания, блядь. Их там несколько причем, слышите? Пошли обратно. Их нахуй, блядь. Ну, в пизду. Я на такой не подписывался. Я уезжаю. До свидания, блядь. Все, блядь. Блядь. До свидания, нахуй. Я все, я, блядь, уезжаю. Блядь, вы не видите, что он там выскочит сейчас? Я, блядь, его рот ебал. Ебись от меня нахуй, мужик. Игра, не надо так делать. Игра, не надо так делать, игра. И зачем ты это сделал? Так, чё, а чё тут так темно, блядь? Так, нам с тобой нужно обратно, 100%. Бля, прям даже тут слышу, слышите? Прям так орёт, блядь, охуеть. Да ебал, офни, пожалуйста, чуть-чуть. Мне нужен магазин. Мне нужен магазин. Пошли с тобой. Бля, почему здесь даже слышно? Забагованно, что ли, хуйня? Или что, мы забаговали игру, или что, блядь? Даже... блядь. Чего нахуй? Не понял, блядь. А. Ой, блядь, ну хоть тарыть-то уже. Так. В принципе, все, разобрался здесь. Так, нам с тобой нужно обратно. Где есть магазин? Нам нужен с тобой магазин 100%. Потому что ну его нахуй.
Да ёбана, хватит орать-то, ебать твой рот, блядь, мужик. Просто не помню, как там добираться, честно. Куда он? А, вон туда нам с тобой вообще. Если быть честным, нам с тобой вроде сюда. Да. Все, погнали. Давай, давай, открывай. Зона гравитации. Все, мы здесь с тобой все забрали. Открывай, открывай. Зона нормального давления. Бля, прикинь, даже тут его слышно. Бля, ты не говоришь, что он, что сейчас здесь какая-нибудь хуйня будет? Бля, как будто он тут рядом, да, ребят? Прям пиздец его слышно. О, магазин. Значит так. Короче, смотри. Мы с тобой... Да ты можешь шофнуться, пожалуйста, чуть-чуть. Это мы продаем. Да. Так, это мы продаем 100%. Это мы продаем 100%. Это мы продаем. Мы с тобой... Бля, мы можем с тобой лазерную винтовку купить, прикинь. Лазерную винтовку. Но тогда у нас не будет патронов с тобой вообще, прикинь. Бля, продать средний воздушный баллон. Давай продадим, ладно уже. Что нам с тобой таскаться? И купим лазерную винтовку. Наконец-то второе оружие уже. Ну пора, блядь, второе оружие нам уже. Давай вот так сделаем. Хотя бы как-то. Попробуем его сейчас ебануть. У нас с тобой запас еще на винтовке будут сейчас оружие. Да, на винтовочке есть оружие. И здесь. Let's go. То, что столько с пестом ходить такой, согласись. Погнали. Блять. Зона вакуума. Да речь, давай, ебано, блять. Зона невесомости. Будем искать как раз таки с тобой вот эти вот эти. Вот эти штуки зеленые. Шарики, да, вот эти вот с тобой все делали, да. Вроде тут. Ой, бля, там какие-то твари. Ну и нахуй. Ну их нахер. Так, ну все, мы с тобой вроде все купили, все сделали. Тогда получается нам с тобой куда? Нам с тобой-то получается... Ой, блядь, тихо, аккуратненько, аккуратненько. Давай тут сохранимся сразу с тобой. Давай сохранимся. И дальше тоже там сохранимся, чтобы, ну, на всякий случай, да? Потому что патроны мы с тобой взяли. Все, заебок. И оружие купили сразу. Все, здесь пробегаем быстренько. Ой, блин. Мне плохо. Бля, здесь точно? Чё это, блядь? Да. Вот что-то мне не нравится вот это вот все дело, что мне не очень нравится это. Что нахуй оно надо, блядь. Так, мы с тобой где? А, мы с тобой здесь. Блять, смотри, орёт и орёт, да? Вот все орёт и орёт. Интересно, а прикинь, интересно, если типа его не трогать, типа и улететь отсюда, типа с корабля в финале. Он также будет орать в корабле, когда мы уже улетим вообще, в принципе, с этого корабля. Он также будет орать, блядь. Какая-то хуйня, честно. Ну да ладно, ну да ладно, let's go. А, стой, блядь, стой, нахуй. А, все, мы там убрали. Ну все, тогда let's go. Там причем он не один, там еще несколько типа этих монстров. Все, мы с тобой взяли оружие, второе, как минимум. Вот оно, блядь. И пест. Хотя бы так. Ой, там еще эти твари, блядь, из него полезут. Ебана, блядь, рот. Ну такой себе, конечно, такой себе. Пробуем. Ух, ебать.
тихой. Бля, а что мне делать в таком... Охуенно. Охуенно. А давай попробуем изысками, типа. Ты же не пойдешь сюда? Пойдешь. До свидания, блядь. Блядь, что мне делать? Давай, 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 проходи, проходи. Они не могут, прикинь. Ты прикинь, они не могут пройти. Ебать, что это? Не, ты прикинь. Да, давай сюда плазменную энергию мою. Ты прикинь, они не могли зайти сюда. А, да. Охуенно. Тебе патрики для винтовочки есть. Блять, такой ощущение, какая-то хуйня. Они не могут, короче, пройти, ты прикинь. Не могли пройти здесь. Охуеть. Сюда сразу его. Сразу же сюда, блять. Вот туда. Давай сначала тут его разъебашим. Он скажет, для чего? А я тебе скажу. Чтобы не было никакой штуки у нас с тобой. Ну его нахуй. Бля, вот эти челики, конечно, красавчики. Так, вот это сразу. Вот сюда. Блять, пройди сюда. Иди, иди, иди сюда, иди, иди, иди. Вот туда, это сразу нахуй. Или пусть здесь лежит. Уж ладно. Бля, здесь только не говори, что здесь будут эти ебаные штуки. Вот эти быстрые, блядь. Мне это нахуй не надо, честно. Так, плюс патроны еще на винтовочку. А, вон там, что это, блядь? Не, вон только дай-ка сюда. А вот сообщение. Говорит командир Кадиган, корабль атакован. Это не учебная тревога. Неприятели инопланетяне. Повторяю, инопланетяне и очень опасные. Всему персоналу вооружиться. Огонь на поражение. А, короче, не смогли не справиться с этим, да? Так, подожди, давай-ка мы с тобой сейчас сделаем здесь все. Нам туда идти, если что. Давай-ка, у нас есть узел. Ёпта, узел. Давай думать с тобой. У нас есть лазерная винтовка, можем сейчас урон ей прокачать. Хороший такой. Либо мы можем прокачать пламенный резак тоже вот сюда до конца. Или вот хотя бы типа объем. Либо можем прокачать X сам. То есть вот до здоровья все-таки ебануть. Чтобы сделать нормально уже вот. Как думаешь, что нам сейчас нужно? Я думаю, нам сейчас нужно 100%. Давай лазерную винтовку с тобой ебанем. Пусть будет. И погнали вниз, сохраним сейчас с тобой. Ну как вниз, сгоняем на другой этаж, сейчас сохранимся быстренько. И все. Чтобы было прям красиво, согласись. Чтобы было прям красиво. Погнали, сохраним сейчас с тобой быстренько. Да. Ага. У нас есть полный, что ли? Кто вспомни начало, да? Начало. Кто не смотрел, тут в левом правом или в правом верхнем углу. Короче, в каком-то из верхних углов сейчас выскочит подсказка на плейлист на прохождение Деспасе. Вот, вначале, блядь, вспомни, у нас с тобой было сколько оружия, да, и разного всего, вообще класс. А сейчас только две.
Ну, там по-другому никак нельзя было, честно слово. Вот, там по-другому никак нельзя было, и поэтому я распродал оружие. Почти все, сначала у нас два осталось с тобой оружия. Я с винтовочку, потом я винтовку продал, остался только пест. И то я пест тоже несколько раз продавал. Мы его несколько раз прокачивали, да, помнишь? Мы несколько раз его прокачивали, а потом я его продавал несколько раз. Сейчас я не намерен продавать ничего, потому что, ну зачем? Вот. Так, погнали, сначала сюда сгоняем. Что здесь? Ох, ебать, это что, блядь? Это тир? Чего, блядь? Ага. А в него можно поиграть? Наверное, наш. Ты прикинь, тут есть нихуя разминка. Тут есть разминочная. Нет, это на, это мирный. Ты прикинь, нихуя здесь прикольно. Вот это прикольно сделано, да, это прикольно сделано, красав. Блядь, разработчики просто хлоп, блядь, в ладоши. Давай 1000 набьем с тобой. А что будет, если мы 1000 набьем? Давай 1000 набьем. 100. Если, конечно, без разницы стреляешь. Ты мирный. Давай, ласт, ласт. Блять, ну дай нормально ласт, блять. О, мы с тобой 1000 набили. Прикинь. И что нам дадут за это? Смотри, 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 что-то дадут? Нет. А, да, смотри, по... патроны дали? Подожди. А давай-ка еще раз. 1200. Тут можно фармить патроны, слушай, блядь. Можно фармить патроны, вообще изи. Бля, очень прикольно сделано. Бля, может какую-нибудь рубрику сделать? Ну, не рубрику, а видос. Типа, что будет, если максимально здесь пройти уровни? Давайте так. Да? Давайте. Молить реально патроны, изи фармить. Ты прикинь? Здесь фармить патроны вообще запросто. Нихуя. Вот это прикольно сделано, приколдесно. Ладно, let's go с тобой дальше. Тогда уже уж. Не понял, блядь. А что тут делаешь, блядь? Ты тут нахуй не нужен. Не понял, почему они открыты, блядь. Я их не открывал. А. Интересно, блядь. Дядя, иди сюда. Сюда, сюда, иди, блядь. Поближе, поближе. Поближе, иди ты. А, у вас тут двое таких. Нет, я уже, знаете, я... Не понял, блядь. Я уже наученный, знаете, этим. Так что извините.
Но никак по-другому нельзя, ребята. Никак по-другому нельзя. Никак по-другому вообще нельзя, блять. Потому что есть такие твари, которые превращают как раз таки вас, блять, в... Во что? Правильно, блять. В быстрых тварей, которые хуй убьешь. А если их можно как-то победить, то это нужно постараться. Патроны. Потратить. А мне это вообще не нужно. Блять, сейчас все дальше проебашу, блять. Так, это... Так, это тоже можно туда сразу нахуй. Это мы все... Нет. Подожди, это... Оставь здесь. Вот это. Раз. Не понял. Да это нахуй сюда. Не понял, блядь. Сюда, да, ее? Алло. А, да? Вот мне вот это вот не надо, знаете, чтобы вот здесь опять хуйни были. Нахуй оно мне надо. А, подожди, подожди, мужик. Подожди. Вот, все. Теперь отправляйся туда. Ну что, нам сюда получается? Да, это, конечно, есть монстр. Это что, блядь? Что нахуй? Что же за хуйня была? И куда нам с тобой? Кинь какого-нибудь монстра захуярили. Что за монстр вообще был? Какого-то жесткого монстра. Захуячили сейчас. Но это нам наоборот в помощь, вот эта штука. А, ну они есть здесь, понятно. Тихо, 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 тихо. Большая аптечка схема теперь. О, это быстрый. Прикинь. Так, а где он? Где это? А где? Ну-то нахуй, дай. Не, не нужно его ломать. Все, мы прошли с тобой. Чуть позже заберем там лут, хорошо? У тебя там, там нормально лут лежит. Не могу взять, к сожалению, ребят. К сожалению, не могу взять ничего. Но здесь эти имбовы будут против этих всех каких-то тварей. Просто вот туда пробежал, блядь, и все, кайфуешь. Ну, типа, если честно говорю. Ладно, let's go, дальше с тобой. До свидания, блядь. Давайте, давайте, лезьте, лезьте, лезьте. Давай, 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 давай. Ну давай, ну давай, давай, давай. Ну выпрыгни. Выпрыгни с любой стороны, блядь. Давай, давай. Давай, 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 беги сюда, нахуй.
отсосешь, блядь, отсосешь. Ну, до свидания, блядь. Блядь! Дядя, не надо. Дядя Петя, пожалуйста. Сука. Тварь. 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 Ну вот, смотрите, видите, лезет он. И все, его расхуячивать просто на месте же, блядь. Эй, блядь. Дядя, отстань. Не надо. Угу. Слишком поздно побежал. Скажи, зачем я там бегу? Я бегу для того, чтобы взять там лут. Там есть лут, чтобы, ну, все взять с собой. Да, здесь нам показывают, что их можно вот этим лазером ёбнуть, в принципе-то. Да. Уху-ху-ху-ху. Прям на крайне, знаешь. Всё. Можно пойти чисто вот сюда пробежать, потому что, видите, там всегда полоски. Видите, раз, полоска, два. То есть можно туда пробежать, как минимум. Но что они, если они оттуда вот выбегут? Вот что тогда делать? Это да. Это вот не продумано чуть-чуть. Ну да ладно. Ну смотри, здесь тоже он, видишь, есть. Да. Блядь. Конечно, там не пробежать, да, там нужно с той стороны бежать. Окей. Сложненько, конечно, сложненько, чуть-чуть сложненько. Чуть-чуть сложновато. Нет, поздно, поздно. Тихо, дядя. Ну, в принципе, да, надо сюда бежать, короче, в любом случае. Ой, бля. Поехали. Да. Давай, беги сюда, нахуй. Бля,
блядь, а иди отсюда. А вот и все, не надо мне здесь, потому что... Блядь, да ты можешь уйти отсюда, вот и все, блядь. Вот. Ну, еще они сейчас идут. Там еще одни были, я слышал. Да-да-да, вон он, вижу. Все, это ласт патрон, ребят. Гандон, блять. Вот этот вот. Чем видите, реально он быстро бегает, и вот типа. А все что ли? Блядь. Дайте мне что-нибудь. Раз мне надо. О, я в шоках, ребята, я в шоках. Еще там патроны? Не, туда, конечно, не пойду. Вот это, давай сюда, блядь. Да вот этого, блядь, мужичка, давай сюда, нахуй. Да ты смеешься, мне это нахуй не надо. Его дай сюда, блядь. Вот-вот-вот, давай, давай его сюда. Фух. А вот это мы куда? Правильно. Узел еще один, прикинь, мы с тобой нашли. Узел. Пизда, Татьяна, блядь. Ай, блядь. Да, я их даже слышу, блядь. Дай-ка сначала сохранюсь, подожди. Дай-ка я сначала сохранюсь. Ну их нахуй, блядь. Сразу нету нигде, да, чтобы они где-то выскочили и тому подобное. Не, вроде здесь. И мне... А, не, вот есть. Игра, ну я тебя понял, в принципе-то. А, вот еще есть щель. Ай, бля. Спасибо за патроны, игра. Но... Помогут ли они мне? Охуенно. Ты не представляешь, как это охуенно. Сука, даже не могу взять, ты прикинь.
Ты смотри, ебать, тут сейчас мясорубка будет, я уверен, блядь. Я, блядь, уверен в этом почему-то. И куда нам с тобой идти? А, ну так просто, что ли? Сука, я не пройду, не-не-не. Знаешь, что я думаю? Давай мы с тобой это оставим на следующую серию. Давай? Я думаю, так будет правильно. В общем, спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, серия получилась длиннее, чем вот 3 или 4 прошлых серии. Вот. В принципе, все. Увидимся в следующей серии. Давайте.